В Нарьян-Маре назвали лучшую молодую семью Ненецкого округа. Пятый окружной конкурс прошел в детско-юношеском центре «Лидер». Молодые родители со своими детишками состязались в умении красиво говорить, показали свои актерские таланты, а также поделились секретом дружной и веселой жизни. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Этот ребенок – это огромная радость. Это появление новых граней в нашей жизни. Их жизнь действительно многогранна. На сцене в этот вечер самые активные, спортивные и дружные семьи Ненецкого округа. У нас в этом году участвует 4 семьи. Должно было быть больше. К сожалению, одна семья у нас по семейным обстоятельствам не смогла присутствовать. В общем, 4 семьи у нас в этом году. Вот, семьи очень активные, замечательные. Для многих из них это уже образ жизни – проявлять себя и активно участвовать в общественной жизни региона. Впрочем, среди участников в этом году только новички. Наблюдали за конкурсом уже на протяжении нескольких лет, вот сколько конкурс идет. На этот год мы все-таки набрались храбрости и решили поучаствовать. Настрой боевой. В программе конкурса несколько заданий, приветствие, визитная карточка, конкурс талантов, поэтический поединок, приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. О той войне, ужасной самой, о бесконечной той войне, где смерть ходила вслед за славой, где год за 10 был вполне, о той, отечественной, страшной. Между выступлениями буквально несколько минут. За это время нужно и переодеться в сценические костюмы, и слова повторить, и снова бежать на сцену. Пылесос или транзистор, или возьмем телегу мыло, чтобы в доме чисто было. Это на сцене свою визитную карточку представляют Вокуевы. Кстати, самая большая семья среди всех участников. Папа, мама, 4 сыночка, не хватает только лапочки дочки. К конкурсу Вокуевы готовились основательно, репетиции, прогоны. Впрочем, в интервью нашему телеканалу единственная представительница прекрасного пола в этой семье, мама Наталья, скромно признается, что пришли сюда не за победой. Сюда пришли поучаствовать, главное участие, я считаю, тем более семья у нас большая, я думаю, что нам нужно проявлять свои таланты. Старались Вокуевы не зря. Единогласным решением жюри их признали лучшей молодой семьей Ненецкого округа. Все семьи в благодарность за участие были награждены дипломами и памятными призами. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».